Ребят, всем привет, привет, с вами канал Плейтхом. Ну что, продолжаем проходить нашу с вами кону. Мы с вами остановились на то, что мы приехали в некий домик здесь погреться. И давайте его, наверное, сейчас с вами как раз таки и полутаем. Посмотрим, кстати, что тут вообще есть. Кстати, может быть, какие-то найдем... что такое там лежит? А, это снег. Я думал, мыло валяется, что ли. Посмотрим, что-то, может быть, найдем интересно. Не забываем, нам надо алкоголь найти. Так, записка. Когда-то в Африке, да и в других местах, народ был готов взяться за оружие, чтобы выпустить против гнета английского империализма. В Монреале взрывали почтовые ящики, происходили похищения, а в СМИ распространялись яростные манифесты. Но здесь, на Величественном озере, любой может выругаться вслух, что есть моча, или лишь только молиться о том, чтобы начались революции. Этот человек, вне всякого сомнения, стоил многого. Записка: освобождение Квебека будет проводиться силой, и никак иначе. Мы победим. Так, здесь мы... кстати, ребята, кто знает, для чего вот эта штука нужна? В принципе, я думаю, поняли. Тут нет смысла комментировать, да? Просто есть еще похожая штука, как переноска. У него здесь находится штырь. Забираем. Рок-музыка вторгалась разом людей даже в самых отдаленных местах. У него не было проигрывателя, хотя пусть это остается при нем. Так, что у нас есть тут? Носочки. У всех носочки, кстати, у всех носочки. Кстати, обратил внимание сейчас, ребята, то, что разум пополняется сигаретами. То есть некое спокойствие, назовем это так. Бревна надо будет по-любому забрать, и все забрать их в машину. Кстати, а в машине вообще есть лимит определенный или нет? Так, что написано? Зачем мыть посуду, если есть еще чистая? Да, логично, черт подери. Так, что это у нас такое? Кошелек, да? Бумажник. Режана. Кажется, что у этой свиньи в конце концов было имя. Угу. Запись в дневнике. Сейчас мы это все дело посмотрим. Под кроватью у нас ничего нету. Так, он здесь записки у нас какие-то, да? Посмотрим. Теперь Карл знал, как утолить алкогольную жажду. Белые виски слишком много к нему не относятся. Херес для дополнительной мягкости. Специи по вкусу чуть-чуть. Это не рагу. Это рецепт мы можем сделать, получается, да? Получается, мы будем алкашку-то еще и делать. Тряпки несло протухшей блевотиной. Карл поражался, как можно жить в таких ужасных условиях. О, господи, ребята, я прям вообще в шоке. Я не знаю, как вам, но, ребята, мне кажется, вот если вам нравится игра, вот прямо сейчас останавливайтесь и ставьте лайк. Ну, просто топовая игра. Я не знаю, вот эта игра, которая дарит эмоции. Я не знаю, неважно, ты играешь в нее, смотришь. Я стараюсь как бы вас вот максимально затащить во все эти мысли, чтобы вы увидели все, что здесь есть, если вы не играли эту игру. Поэтому это просто круто. Это просто круто. Я давно таких эмоций не испытывал к играм. Реально. Что? Ящики переполнены. О, бутылка. Подождите, мы можем приготовить ее к карибу. Нужна что-то не хватает. Ему понятно, чего-то не хватает. Бутылка. Бутылка с водой у нас есть. Нужна какая-то хрень еще. Может быть, просто бутылка нужна? Не знаю. Так, вам не приготовил голову готовить белые виски дома. А, виски надо еще, наверное, получать. Возможно, злого на алкоголе было достаточно, чтобы задушить человека насмерть. Так, странно. Мы, по сути, здесь можем приготовить все. Столько для оружия, да. Так, тут пусто у нас. Тут у нас пусто. Ложки, вилки. Посуда. Там что у нас? Консерва. А здесь почему не открывается? Это что такое? Так, самое что интересное, мы знаем, как ее приготовить, это карибу, но у нас не хватает ингредиентов, да, получается? Ну, вот здесь же вроде есть, кофе, сахар, наверное, чернила, карты. Что-то мне здесь надо. Бутылки. Почему не пишут, интересно, что здесь нужно? Почему здесь не пишут, что здесь нужно нам? Так, давайте обратимся за помощью к нашему дневнику. Так, авария, охота. Так, следующий раздел. Предыдущий раздел, ну-ка.
Так, стоп, это не то, не то, не то, не то, алкашка, алкашка. Где же у меня по поводу алкоголя? Рецептик. А, вот он, да? Нет, это не то. Фотография с кровью, кстати, зашла сюда. А здесь мы что-то не сфоткали, кстати, в той комнате. Так, стрелы, здесь перелистывается. Так, биография, биография, 7 из 10. Биография. Так, это просто фотки у нас, которые мы делали, они не имеют отношения ни к чему, да. Ну, по сути, он этот рецепт, наверное, скорее всего, просто запомнил. И нам теперь осталось просто найти эти бутылки. Эти бутылки сделать и наполнить чем-то. You had to be out of your Почему-то mind мне to не cook хочется up здесь what ничего you see at делать. home. The all-surrounding stench of alcohol Приготовить alone карибу, was приготовить probably карибу. enough to Может, я guess a пропускаю man's здесь, death. конечно. Так, инвентарь, снаряжение. Этого здесь ничего нету. А, бутылка воды у нас есть. Нам, получается, надо... Эту штуку не открыть мне, да? Так, здесь тоже у нас пока что пусто. А вот документы, кстати. Бумажник, сказки. Страницы, страницы, страницы. Статья, так, бумажник, ожерелье, тайный дневник. Коррек, письмо Джулия. А, вот. Рецепт карибу. Так, белый виски слишком много к нему. Так, для панной мягкости, специи по вкусу. Ага, то есть у нас бутылка есть. Надо, короче, херес найти. Понятно, то есть нам надо, получается, по-любому... О, а что такое там? Карл knew right Карл away that сразу the понял, что owner of владелец this этого place места wasn't не an был operator. коллекционером медиа. No, this Нет, was это an была operator. оперативная база But I старьевщика. definitely seen Парень him определенно as был the экспертом в expert in области сбора scanning and scrap металлолома. metal, with or without С permission. вашего позволения или без, In естественно. right hands, В he умелых could make красных, this в умелых scrap. руках красный металл может приготовить горячие пирожки. Продавать как горячие пирожки. Так, да, получается нам... Carl knew right away that the owner of this place wasn't a complete amateur. No, Да, ну, this по-моему, здесь was все a уже known осмотрели, да? place of operations. Так. The guy Просто не definitely хочу что-то seen places пропустить. Такое with ощущение, что, or didn't возможно, я scan где-то any что-то scrap metal, пропустил. with or without Так, permission. это мы взяли, это мы взяли. Ну, давайте бревна, In наверное, right заберем hands, еще. red metal could sell like hotcakes. Все, выходим отсюда. Ой. Слепит, слепит. О, кстати, в машине что-то там, лыжи торчат или что-то такое. Так, давайте бревна закинем наши. Так, положить, 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 положить бревна. Однозначно убрать. Так, сигарет оставляем, это спички, ну пока, они мало отнимают, вот это много отнимает, да? Кусачки, ну кусачки пока ладно, пускай будут. Давайте проверим, что в машине здесь. Металлолом, металлолом. Конечно, знатный воришка, походу, он. Открыть. Этот грузовик явно повидал на своем веку немало гравийных дорог. Карл не был механиком, но он с легкостью мог сказать, что только самые искренние молитвы разбудят это старый таран от спячки. С таким холодом, вероятно всего, ему придется ждать до следующей весны, чтобы это произошло. Так. Но тут мы внутри, походу, ничего уже не найдем. Я думаю, может, мало ли что-то там внутри есть. Да, ну, мы не торопимся, в принципе, в плане весны. Пускай собирает, дожидаемся. Так, ну, самое странное, что здесь ничего не забрать. И самое странное, что там есть у нас спуск вниз и еще домик какой-то, да? Так, здесь был волк, кстати. Смотрите, волки, по-моему, бывают всегда у этих мест. Сфоткаем обязательно, оставим. И следы, следы, следы ведут куда-то. Так, это у нас тир. По сути, это был у нас тир здесь, да. Западный. Так. А вот там у нас забор. Ну-ка. С домашним стрельбищем вроде этого. Несложно представить шальную пулю, заканчивающую свой полет в теле, ничего не подозревающего прохожего. Справедливости ради, Карл отметил, что здесь не так уж много прохожих. Да, что и правда, то правда. Так, ну мы здесь ничего не найдем. Знаете что, ребят, я посмотрел на карте. Помните, у нас был проходик вон там небольшой? Просто куда он нас может вывести, вот эта дорога? Мне интересно. Я помню, там было... Так, если... Так, нет ничего... Короче, это про карибу, надо алкоголь найти ему. Давайте пройдем здесь, посмотрим вдоль. Надо посмотреть, может быть, что-то здесь мы потеряли. Опа! А это что такое там черное торчит?
Ну-кась. Кристалл еще один. А, это кристалл к пещере, все, я понял. Так, отсюда мы сейчас уходим. Где-то, значит, было с этой стороны у нас мостик. Мостик. Так, это дорога. Блин, надо отсюда свалить, то мы замерзнем к херам здесь. Зря я вообще пошел сюда, на самом деле. А, ну вот, все, дом вижу. Так, это стрельбище. Значит, мост был с другой стороны. Все равно нам стоит здесь все осмотреть, ребят, на всякий случай. Может быть, опять увидим какую-то ледяную статую или что-то еще такого рода. Так, смотрите. А, стоп, это у нас... Блин. Главное, не нарваться на волков. Что там по холоду у нас? Ну, пока терпимо. Поэтому давайте посмотрим. Опа. Опа-на. Повозка разбитая, смотрите. Забираем спички. А там ящик у нас какой-то, да? Так, это на что? Так, пленка и... Еще пленка, блин. А где эта дорога находится, где мы сейчас находимся? Ну-ка, если это мы... А, это прямо вдоль дороги, мы мимо нее проехали. Я же говорил, что там что-то было. А там, получается, дальше будет мост. Блин, сейчас холодно, сейчас, наверное, лучше вернуться, но... Блин, любопытство, чертово любопытство. Так, мы к дороге сейчас будем выходить. Угу, вот этот мост. О, блин, все, мне ГГ, походу. Все, бежим домой, без вариантов. Бежим домой и надеемся, нам это... Блин, мы успеем. Здесь очень ветрено. Возможно, сейчас не добежим до дома. Возможно, это будет моя большая самая ошибка, что я побежал сюда. Но надеюсь, ребята, вы сейчас скрестили крестики на руках и молитесь мягко так про себя, тихо. Типа, Серега, не умирай, Серега, живи. Да. Не всегда бывает можно рассчитать, но мы вроде как успели, нормально все. Давай, родной, нам чуть-чуть осталось. Нам осталось чуть-чуть, и мы, в принципе, здесь уже. Ой, а нам здесь не перелезть. Надо будет к воде спуститься, посмотреть, что там за камни, кстати. Но только слегка отогреться надо. Слегка отогреемся и пойдем. Тук-тук. Фу, отлично. Сразу к печке. Ой, господи, нормально. И греемся. Все, прогрелись, побежали. Побежали, посмотрим, что есть тут, и сбоку, и справа, слева, и внизу. Так, а у нас здесь снизу, по-моему, просто спуск к воде. И, по-моему, больше ничего такого здесь нету. Бочки валяются. Мусоровозы редко въезжали в этот район, к счастью. В те моменты, когда мусоровозы в банке начинали переполняться, вполне неплохо, неплохо свалка служила озеро. Ну да, в озеро сбрасывать помойку, это, конечно... Охрененное избавление от мусора. Было проще, мне кажется, так их бочки складывать здесь и все. Так, есть что тут в мусоре, интересно? Нет, тут, по-моему, ничего нету. Так, а сзади дома здесь только туалет, да? А в туалете мы нашли с вами спички. А, сигареты. Ну, сигареты тоже хорошо. Так, ну это дома залутали. Мост мы, получается, проехали мимо. Так, о, помойки еще, ну-ка. Пусто. А здесь на что? О, бутылка пива. Быть может быть, как раз бутылку пива нам надо. Бревна, давайте заберем. Быть может быть, нам надо именно бутылку пива было, чтобы сделать пивасик, карибу. Давайте поуберем доски, во-первых. Одна доска, так, фонарь тоже, наверное, туда скинем, лампу. Так, что тут еще много места занимает? Ну, давайте уберем, ну, хотя, ладно, пока это оставим. Так, мне вот это интересно. Мы проехали мимо него, а так хотел сфотографировать. Все, отлично, сфоткали. Давайте, наверное, сейчас сфоткаем эту машину, может быть, пригодится. Или нет, и это можно, стрельбище. Все. Фоток пока что вроде нам хватает. Ну что, надеюсь, у нас сейчас получится сделать. Нет, не хватает. Бутылка пива это не то. Нам получается, значит, другой найти все-таки, да? Угу. Так, ладно. Тогда мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас тогда едем в следующий дом, который находится в самом низу дороги у нас. Отличненько. Так.
Ну что, родимые, поехали кататься. Едь. Следы, кстати, волка почему-то ведут отсюда, а не сюда. Странно, очень странно. Опа-на. Вывернули. Эти аккуратно, аккуратно, аккуратно. Главное не врезаться. Так, и насколько я помню, нам сейчас, получается, надо будет ехать налево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, чуть не врезался. Успел нажать педали тормоза. Посмотрим, что там за дом. То есть здесь мы, в принципе, можем приготовить алкашку, да? Нам мужику надо дать Карибу, чтобы он нам дал оружие и... Опа, это у нас что здесь? Оружие и... Это повозка перевернута. Давайте проверим. Оружие и куртку. Куртку получим, сможем сходить в пещеру. Прямо вот такие вот этот кусок мы с вами... надо обязательно запомнить и... Так, стоп, не понял. Это что такое? Оборудование какое-то просто. Бревно, бревно отлично. Бревно мне пока... О! Инвентарь заполнен. Здесь пачка досок. Ой, смотрите, там тоже что-то есть. Сейчас мы это все уберем. Так, доски убираем. Топор много места занимает, кстати. Давайте еды, наверное, скинем. Пассатижи уберем. Давайте, в принципе, вот это все тяжело туда отгрузим. Аптечку большую скинем. Так, бумага, туалет. А, это изолента, топор. Топор оставим. Вот, пиво берем. Это уберем тоже. Все. Это мы все убрали и пойдемте теперь залутаем. Конечно, не знаю, может быть надо было топор... О, здесь следы волков. Костер здесь был. Так. Пустая бутылка забираем. Не будем ее наполнять, кстати. Может быть это как раз нам пустая бутылка и нужна была. Может все разжечь здесь костер для тепла. Давайте на всякий случай разожжем. Пускай будет. Он, наверное, никогда здесь уже не потухнет, тем более. Доски мы сейчас все заберем. Ой, кусачки еще забрали. Нормально. Так, где он, господи? Вот он. Разожжем костер. Пускай будет. Как некий у нас такой здесь очаг, где мы можем, если что, будем резко остановиться. И предположим что-нибудь... Или погреться, например, да? Так, здесь золотой нам больше ничего не получается. Давайте посмотрим, все-таки, что есть вот тут у нас. А тут у нас... Блин, такие шаги или это ветка, я ему понять. Но страшно, страшно немножечко, если честно. Так, ну здесь, по сути, больше мы ничего такого не видим. Опа. А, это просто полянка. Так, ну все, возвращаемся к костру нашему. Дым идет, а это прям таки как места нашего обогрева. Плюс как сохранить... О, кстати, там тряпка, по-моему, лежит. Не, не забрать ее. Птица, птица реально поют, офигеть. Все, сваливаем отсюда. Здесь все забрали, все, что можно. А, будем сейчас ехать дальше. Естественно, мы сейчас грузовик все это дело позакидываем. Два бревна оставим. Так, бутылку тоже оставляем, все. Поехали. Не, ребята, в плане склада здесь тематика с машиной, конечно, сделана просто охеренски. Просто охрененно. Мне кажется, все, кто смотрит мое прохождение по этой игре, они смотрят как-то там, как некий сериал такой, знаете, очень качественный. Ну, может быть, и не я качественно все это там озвучиваю и делюсь какими-то впечатлениями, но сама игра по-любому, даже если отстраниться от моих, от моей болтовни, сама игра по-любому вас затягивает. Это как некий такой секретный фильм, как секретный материал, да, то есть что произошло... Опа, стоп. Стоп. Пока что рано ехать. Блин, да господи, ну. Да что с тобой не так? Так, а налево у нас там получается странное место очень. Там около воды прямо. Я хочу посмотреть, я обязан посмотреть. Так, а здесь ничего у нас нету, да, получается? Здесь просто спуск, ага. Так, так, так. Угу. Здесь просто камни, здесь просто некое побережье такое. Сейчас посмотрим, немножечко пройдемся вот здесь. Это подозрительно, если честно. Хотя нет, ничего здесь такого нету, поэтому... А через кусты, кстати, неохотно поднимается. Да и в гору вообще неохотно поднимается он.
Тогда пойдем наверх спокойно, сходим сейчас и сядем в нашу машину, пойдем дальше. Так, там она у нас находится. Да, правильно, здесь. Машинка, машинка. А, вот она стоит. Смотрите, какая метель здесь, охренеть. Я уверен, что в этих лесах, если гулять по ним, можно что-то еще найти. Я более чем на 100% уверен, здесь не так все это просто сделано. Раскиданы какие-то некие возможности, некие какие-то темы в плане поиска, в плане лутания. Так, что там по бензину у нас? По бензину вроде кончается по чуть-чуть, но стрелки как-то не особо работают. Именно топливная, она все время почему-то лежит. Так, вон дом я вижу слева. Ой, да, слева. Сейчас мы к нему подъедем как раз таки. Так, что у нас здесь нарисовано? Так. Стоп, я не понял, куда нас тут дорога-то ведет? Здесь проезда нету. А, здесь наверх что ли надо ехать? А, нет, стоп. Что-то я не догоняю. Налево поворота здесь просто нету, ребята, в игре. А, головой вращать, поэтому... Так, получается, мне надо сейчас ехать на... Хотя нет, странно. Это очень странно. Волки здесь были. А где объезд-то? Наверх, что ли, ехать, получается? Нет, ну это чушь. Или... А, закрыты ворота, ё-моё. Вот я туплю. Письмо. Так, уважаемый мистер Ламот. Вот свечи зажигания, которые вы заказывали для вашего Olympic Sky Do. Эта модель очень популярна, поэтому на IT-заказ удалось выполнить не так быстро, как обычно. А, очень популярна, поэтому на IT-заказ удалось выполнить не так быстро. Удалось выполнить, ну ладно. Дарим, что выбрали компанию такую-то, да. Так, стоп, а свечи-то мы заберем. Свечи зажигания. Так, что у нас здесь написано? Иногда, особенно здесь, люди очень сильно привязаны к своей местности. Словно собаки, привязанные к пожарному гидранту. Так, сейчас мы откроем этот проход. У нас кусачки были. А здесь кристалл надо только сфотографировать, наверное. Все, отлично, это мы сфотографировали. Тут вид сверху у нас пока что никому, никуда ни к чему не ведет. А вот здесь следы у нас уходят. Возможно, там что-то, может быть, мы найдем. А вот и, кстати, проход. Угу. Тут два варианта. Либо мы сейчас откроем кусачками, либо нет. Конечно, хотел бы все-таки заехать на машине туда. БВН. Так. Да, откроем сейчас кусачками. Нормально. И спокойно заедем. Так, толкаем. Открыть. Странно, нет, скорее всего, мы туда не заедем. Так, у нас с собой дерево, если что, есть, интересно. Сейчас проверим. Так, чтобы там туда-сюда не бегать. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Да, дерево есть. Все, пока можно спокойно туда идти. Посмотрим, что здесь за дома. Это гараж у нас. Гараж Ламота. А... Это, твою мать, что за звук? Такое ощущение, что до меня кто-то бежал. Карл задумался, как долго ему придется теперь это ледяное... А, ну это понятно. Так, давайте тогда в дом попробуем забежать сразу же. А, лучше сначала сделать вот так. Блин, не сохранится, да? Так, бутылки, гараж. Ох ты, ядрен-батрен. Снегоходные лыжи. Охренеть, что это? Блин, я не знаю, давайте в дом зайдем. Попробуем согреться. Хамильтон плюс, я не знаю, что здесь написано. Музыка прямо какая-то на улице, ребята, играла. Жесть. Жесть жестянская, я сказал. Че, печки здесь нету? Серьезно? Нам здесь не согреться. Угу. Надо найти место, где нам разжечь костер. Так, молоток. Молоток отлично, это замечательно. Так, кока-кола. Но нам фонарик здесь нужен больше, чем... Чем все остальное, иначе нам не открыть будет все это дело, да. О, блин, нам надо где-то найти место, где можно разжечь костер. Надо найти место, где можно разжечь костер. Потом все остальное будем делать. Так, в гараже это навряд ли. Где же костер? Где же костер? Тут разжечь-то можно, а? Неужели нету места для костра?
Серьезно? Так, 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 тут слишком много всего, ребята, очень много здесь всего. Снегоход, костер, костер, костер. Я не понимаю. Твою мать. Здесь это стоит. Ну все, мне ГГ, короче, мне ГГ. Это место, где можно погреться. Совсем замерзаю. Я не буду пока здесь ничего трогать. Я не буду здесь ничего трогать, надо уходить отсюда. Нужен костер блин, где же мне костер намутить, а? Там, кстати, недалеко мы, кстати, с вами костер оставили. Сейчас вариант у нас... А, кстати, он даже на карте пометился? Да, на карте пометился, с ума сойти. Нам сейчас надо подъехать к нему погреться. Потом придется вернуться. Так, я, по-моему, возможно, я пропустил. Возможно, я пропустил. Не отрицаю, ребята. Так, где какая карта у нас там? Где-то здесь он должен быть у нас. А, вот у нас. Так, карту мы убираем. Отлично, надо пойти погреться. Так. Все, отлично, сейчас согреемся, хорошо. Очень хорошо. Давай, давай, родной. Ребят, я думаю, пока мы на этом с вами моменте остановимся. Сейчас как раз отогреюсь, вот. Ну, а с вами мы уже увидимся в следующих сериях. Естественно, мы сейчас пойдем обратно в этот гараж. Попробуем все посмотреть. Очередные глюки нас там с вами будут ждать. Но что там будет, одному богу известно, ну и разработчикам тоже. Если вы ждете следующую серию, не забываем подписываться на канал, ребята, ставить ролику лайк, это сами знаете, зависит от выхода новой серии. Ну а с вами как был всегда Серега Плей, надеюсь, вам интересно мое прохождение. Если да, ставим лайки и всем пока.